Замена водительского удостоверения в связи с окончанием срока его действия – процедура, которая является обязательной для каждого водителя. Для того, чтобы не пропустить момент замены и не попасть в неприятную ситуацию, автолюбитель должен знать, когда именно истекает срок действия документа. Госавтоинспекция информирует о правилах замены водительских удостоверений. Срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, осуществляется в срок до 31 декабря текущего года включительно. До этого дня водительское удостоверение считается действительным без каких-либо ограничений. Предварительная запись осуществляется на едином портале муниципальных услуг. Для регулирования потоков посетителей будет использоваться система электронной очереди. На официальном сайте Госавтоинспекции имеются адреса электронных почт, посредством которых граждане могут подать заявление о замене водительских удостоверений. Сотрудники ГИБДД напоминают, подразделения работают в штатном режиме, так что времени для замены вполне достаточно и торопиться не стоит. Максим Яковлев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».